Севастьян Мерткова, один из моих верных сторонников. Дело в том, что где-то он взял просто обыкновенный фильм, и вдруг вместо комментария вот так вот патологоанатом учили. Я перекрестился, сказал, ну слава богу, теперь у нас два патологоанатома на всю страну. Дело в том, что вот эта вся, я называю, звериная технология приводит к уничтожению деревьев. Так. А распилить дерево никому в голову не приходит, схватиться за голову и сказать, господи, мы 100 лет учили убивать деревья, это 19 век, книга идет оттуда, да? Вот. В университетах учат, как уничтожать деревья. Современных, вот, вспомните этих, я еще покажу наших этих тимирязевых, да? Вот. И вот когда он назвал себя патологоанатом, а я до сих пор гордился, что единственный патологоанатом на планете. То есть, еду, звук пилы, я останавливаюсь, говорю, хорошо, когда рядом телефон, вот этот самый фотоаппарат, я говорю, можно я срезу посмотрю? Как-то даже пенек не было фотоаппарата, не было этого, тогда еще не было их фотоаппаратов таких, вот, не было. Короче, я даже был момент, когда я просто взял и выпросил этот самый бревно. Вот такой вот величины. Почему? А вот почему. Смотрите. Это не это бревно. Внизу лежат... Мы дальше разговариваем, как вы теперь ученики патологоанатома. Вот. Спасибо, Арсен. Вы задали тему. Это вы задали. Подписавшись патологоанатомом. Вот. И внизу это упал огромный тополь, упал прямо, проломил ограду, снес несколько молодых деревьев и был распилен на дрова. С ним понятно, заметьте, к нему никто к тополю не подходил, к этому огромному, все чисто. А выше вот работа патологоанатома. Видели? Вот. Здесь всегда, ну вот смотрите, если курсор видно, здесь вся история развития дерева. Видели, что в центре, нет? Это те самые гриб-трутовик, с которым предстоит бороться с помощью опрыскивателя. И ведь это на полном серьезе. Мало того, рекомендуется еще взять, у него же часто шляпки торчат. Я показывал фотографию. Шляпки, это, как это называется это? То, что снаружи, то, что внутри, понятно. Это есть, так сказать, как оно еще бы называли. Не сердцевина, ну, память подводит. Грибница, да? А снаружи торчит какое-то тело, как бы по-другому, да, наружное. Вот, его полагается срезать. Ой, я не могу. И все, и теперь ты директор подавик этот умрет. Вот это на полном серьезе. А вся, видите, вот она, я показываю, где рамка-то, видите, вот она. Это все наглядно. Давайте посмотрим правую сторону. Вот на этот глянем. Смотрите, видите? Вот сюда попадают грибы. Но они не просто попадают. Первым идет генерал Мороз. Он пробивает защиту дерева. Нет. И пробивает, пользуется тем, что здесь оборона ослаблена. Вот, вот они, белые пятна, это грибы. И все. Одни этого не знают. Не знают преподаватели современных университетов. Лена Александровна, вас неудобно спрашивают, там, пытать. Вот, проходили вы это или нет? Давайте опять, вот теперь самый правый. Видели трещину? Вот она, рана. Разве можно делать рану? Вот. Арсен, спасибо. Благодаря вам. Я лишний раз поднял эту тему. Я имею право. Пусть я 10 раз про это говорю. Еще буду. Я же говорю, мне еще это, на года еще 5 лет с половиной. Так что я вам еще успею надоесть. Спасибо, это, гадалки.